Жух. Привет, друзья, подписчики мои. У нас сегодня распаковка, unboxing, unpacking. Вот такой прикольной коробки с Бэби Йодой. Ничего себе, друзья, представляете? Целая коробка по фильму «Мандалорец». Я безумно не представляю, что там может быть внутри. Там реально пакетики с фигурками, но какие это будут фигурки? Вот это вопрос. Но, друзья, я вижу ваш вопрос в ваших глазах через экраны мониторов. Где же купить такое и многое другое? Вы еще не в курсе? Сейчас расскажу вам. Купить все это и многое другое можно на сайте магазина параллельски.ру. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Там много разных фигурок из ваших любимых серий. Посмотри, переходи просто по ссылочке в описании и посмотри. Там реально много всего интересного. Все самые любимые популярные актуальные игрушки, пупырки, сквиши, бейблейды и так далее, плюс Наруто. По ссылочке в описании к этому ролику, друзья мои, просто перейди, посмотри. Параллельски.ру специально для вас. Так, ну чего? Давайте посмотрим. Оу, целая карабасина. Класс, так, все пусто, в коробке пусто. Целая карабасина в пакете. Давайте раскрывать. Вот они. Слушай, какие прикольные пакетики. Бэби Йода везде нарисован, и здесь нарисован классический Йода. Так, ну чего, открывается она как, ножом или... Нет, есть перфолиния, годится. Не перфолиния, вернее, надрез. Слушайте, ребята, я ожидал чего угодно, но там действительно есть Йода, и это у нас классическая игра камень, ножницы, бумага, даже какая-то атака нарисована безумная. И здесь реально малыш Йода. Не, слушай, я в шоке, ребят, посмотрите. Малыш Йода, который тянется за чем-то. Класс! Главное, чтобы сегодня без повторок. По крайней мере, чтобы их было не так много, как было у Наруто. Наруто! Так. Слушай, я в шоке. Это реально копия? В смысле копия, ну, как бы, как сказать-то... Просто я не знаю, насколько есть ли такие прям конкретно такие оригинальные фигурки. Но это, в общем, подделка. Вернее, как подделка, наверное, если такие бы фигурки были. А это не знаю, есть такие или нет. Скорее всего, наверное, есть. То есть это прям реально подделка на Йоду. То есть я готов был увидеть, окей, допустим, Бравл Старс принимается, Наруто принимается, еще что-то принимается. Но вот это... Вот это уже высший уровень. Это реально клевые фигурки Йода. Я вам без преувеличения говорю. Это реально приколдеса. То есть это прям фигурочки. Карточки здесь одинаковые плюс-минус. Это тогда другая получается. Но это прям годно. Это прям не стыдная штука. Так. Смотри-ка, у нас здесь другая фигурка. Посмотри. Какой-то он грустный. Все. Вот он довольный только тогда, когда жрет. Вот здесь. Вот здесь он прям очень довольный. Ну, а вот здесь я бы не сказал, что он сверхдоволен. Наоборот, какой-то он расстроенный. Грустный какой-то Бэби Йоду. Кто обидел Бэби Йоду? Вы что так вот творите? Вот. И здесь тоже вроде добавляется вот это вот новое. Где он жрет что-то. Прикольно. Так, слушай, ну пока интересно. Пока неплохо идем. Так, и здесь снова. Снова жрущий Йода, который жрет... мартышку. А не посмотрел карточки. Вроде вот такая была с этим. Со стаканчиком. Вроде была. Да, стаканчиком была. Хм. Интересно. Давай дальше. Так, у нас пакетик. Куча пакетиков жарущего лягушек Йоды. Открываем дальше. Но, повторюсь, вас никто не просит собирать коллекцию. Вам никто не говорит покупать коробками. Нет, одного точно надо купить. Он очень прикольный. Он прям за счет. О, другой. Другой Йода. Смотрим. А это Йода довольный, который открутил штучку от корабля Дина Джарина. Слушай, мне очень нравятся фигурки. Так, здесь снова у нас такой же Йода, который как бы дарит. Итого у нас пока получилось 5 Йода, да? Раз, два, три, четыре... А, нет, 4 Йода, 4 повторки. 4 фигурки. Я не знаю, ребят, в комментариях напишите, пожалуйста. Я видел что-то похожее от Hasbro, я видел, да, но я не уверен, что это оттуда копия.
С другой стороны, может, и оттуда. Потому что очень не похоже, что китайцы сами это придумали. Так, снова повторка. И гора карточек. Но нас карточками не удивишь, не напугаешь. Или напугаешь. Снова повторка. Довольный, довольный малыш Йода. Так, карточки. И снова, к сожалению, такой же. Ничего страшного. Будем открывать еще. Да, походу все-таки нет, ребят. Походу все-таки здесь 4 вида. То есть давайте открывать еще. Жалко, что коллекция не нарисована здесь. Понимаете? Я просто думаю, может, в капсуле все-таки будет какой-нибудь... Он здесь как бы нарисован в капсуле. Может, будет и в капсуле сидящий Йода. Но пока нет. Пока нету. Так, карточки. Мне интересно. О! Да, друзья, смотри, другой. Другой попался. Который жрет. Слушай, Йода очень клевый. Я поставлю на полочку. Очень классно они смотрятся. Прям зачетные Йоды. Хорошо, что я в свое время не купил оригинал. Ну, не оригинал, а вот то, что я вам говорил. То, что я, в принципе, видел в магазине. Так, да что такое? И снова Йода, который жрет из миски. Снова он. Двигаемся дальше. Так, Йода прощай. Йода просящий. Просящий что-то у кого-то или чего-то. Такой же Йода, как я, прошу у вас ваши лайки и подписку. Так, это разные. Вот они. Разные. Такие забавные. А я знаю, что это, друзья. Это не повторки. Я вам расскажу. Это целый класс Йода. То есть это много разных малышей Йод. Я надеюсь, что все-таки еще хотя бы штук 6-то мы должны разных найти в коробке в этой. Я в капсуле хочу, посмотри. Вот здесь, в принципе, нарисован в капсуле он. Но прикольно, друзья, по качеству у меня претензий нет. Реально сделано прикольно. То есть, ну, понятно, да, грешки вот эти есть. Но в плане всего остального довольно аккуратно и круто. Я тогда, когда Бравл Старс открывал, там были похуже, чем вот эти. Эти прям армия Йод. Армия Йодов. Йода! Йода, ребята! Пусто. Йода. Так, и карточки. 10 карточки были не мятые, на удивление. Йода! Да. И снова, друзья мои, повторыч. Давайте пакетики, да, откроем. Надо. Осталось 4 пакетика. Я надеюсь, что хоть в одном капсула попадется. Должна быть капсула. О, вот здесь как будто... О, вот здесь другое, мне кажется, что-то. Нет. Блин, здесь опять этот жрущий... Жрущий лягушку. Не. Обидно. Обидно, что все повторки. Только 5 разных получается у нас всего в коллекции. Да. Обидно. Но надо дооткрыть. Надо дооткрыть, потому что... Чего бы нам не дооткрыть их. Да. Повторки. Но, с другой стороны, у нас есть куча карточек, которые можно поиграть камень, ножницы, бумага. И вот они. 5 малышей Йод. Давайте мы напишем в комментариях, какой нравится вам больше. Лично мне нравится мой топ Йод. Это, конечно, Йода, который жрет лягушку. Это номер 1. Йода, который тянется. Номер 2. Который сонный, номер 3. Number 3. И номер, который вот жрет из миски, номер 4. И вот этот, наверное, да, номер 5. Не, они прям прикольные. Они, знаешь, я прям вижу, как они так между собой бегают. Так. Мандалорец. Это прикольно. Очень забавные, смешные бэби Йода. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если оно вам не понравилось, тоже ставьте лайк. Поддержите, пожалуйста, канал. Ваша поддержка очень нужна каналу. Пишите комментарии, что думаете касаемо этих бэби Йод. И, пожалуйста, посмотрите это видео. Видео прикольное, бэби Йода прикольные. Их никто не покажет, там никто, кроме меня. Это максимальный эксклюзив для моего канала. Поэтому, с вами был Чудичный Гамош. Огромное спасибо, что вы были сегодня все здесь со мной. И всех вас люблю, уважаю, обожаю. Вы самые лучшие, не забывайте, помните и знайте это. В следующей серии
Всем пока-пока!